ждете новые сюжеты, у вас есть интересные видеоматериалы, присылайте их на электронную почту subscriber.tt@gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. В городе Арзамасе Нижегородской области муниципальное автотранспортное предприятие пытается продать недавно выведенные из эксплуатации классические автобусы ЛиАЗ-677. Эти давно устаревшие машины обслуживали городские маршруты до 2019 года. Три ЛиАЗа с бензиновыми моторами пытались продать в сентябре по цене от 89 до 130 тысяч рублей за единицу, однако на торги не было подано ни одной заявки, и их признали несостоявшимися. Новая попытка продажи назначена на 18 ноября, следует из информации на сайте Госторгов. Автобусы могут заинтересовать музеи, коллекционеров или сборщиков вторичного металла. Арзамас – один из последних городов России, в котором еще используются ЛиАЗы-677. На линию продолжают выходить два таких старых автобуса с газовыми двигателями. Остальные машины списали и заменили на современные автобусы марок МАЗ и ГАЗ. В большом количестве такие автобусы пока еще продолжают эксплуатироваться только в городе Зеленогорске, Красноярского края. Там таких 15 машин. ЛиАЗ-677 – городской высокопольный автобус, массово производившийся в подмосковном Ликино-Дулево с 1967 по 1994 год. На сторонних предприятиях его сборка продолжалась до 2002 года. 677 является первым семейным советским автобусом с автоматической коробкой передач. Он оснащался бензиновым двигателем ЗИЛ объемом 7 литров и мощностью 175 или 180 лошадиных сил, в зависимости от модификации. Машины этой модели использовались практически во всех городах СССР, имевших городское или пригородное автобусное сообщение.